Вы знаете, я думаю, то, что те процессы глобализации, которые идут в мире, это отлично и замечательно. Человек должен чувствовать себя гражданином не какой-то только лишь одной стороны, а в принципе гражданином мира. И возможность менять место жительства — это замечательно. Я тоже не раз думал о том, чтобы поменять место жительства, но, к сожалению, у меня нет дохода за рубежом. Деньги я зарабатываю здесь. Поэтому, в общем-то, здесь я и живу.